Хадсон выполнил задание в Каулуне. Он раскрыл планы Драговича. Новый 6. Ядовитый газ, который убивает любого человека за считанные секунды. Оружие Драговича. Вернемся во Вьетнам, Мейсон. Виктор Резнов был еще с тобой после переста с военной базы? Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север. Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвостень Драговича Кравченко. Он ожидал нас. Это Хоутл 9-1. Терпим крушение в секторе Браво, Танго 7-9. СОС! СОС! Дэвис, ты жив? Не молчи, Дэвис, скажи что-нибудь. Ты как? Черт! Цинцал, я нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мёртв. Чёрт, они идут! Мочи, ублюдка! Надо валить отсюда! Эта штука можно... Мы тонем! Поднимусь повыше. Поищу комплекс Кравченко. Понял. Держись рядом, Виктор. Рима 9 X-Ray. Это Виски. Ответьте. Это X-Ray, Виски. Прием. Луц. Мы уж думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шумейте. Используйте ножи. Драгович, Кравченко, Штайнер. Мейсон, докладывай. Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. ЗПУ?
Уберем ее и вызовем вертолеты. Виски, вы держите мост и реку. Мейсон и я — западный периметр. Встречаемся в деревне через 5 минут. Все ясно? Виски, ко мне. Пока, ребята. Экс-рей на западном фланге. Время 3 минуты. Разделимся. Я пойду наверх. Ты перейди реку, заложи пластид. Вас понял. Заряд заложен и в полной готовности. Сьерра на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Детонатор у тебя? Вот он. Я им подарочек оставил в топливной цистерне. Ладно. Мейсон. Давай опробуем этот пластид. Пошли, пошли, пошли! Уже к бою! Смотрите внимательно, ищите ЦПУ! Не высовывайся! Пошли, Мейсон, за мной! Все чисто, пошли, пошли! Мейсон, занять позицию! Сьерра, зачистили северный периметр. Движемся к деревне. Слева, сзади на крыше. Сьерра на позиции.
Есть. Сверните туда гранату, кто-нибудь! Очистить тоннель. Я этим займусь. Тим, ты со мной. Ладно. Хорды, ты пока пусть погружат здесь. Пошли. Прима-9, это X-Ray. Рекогносцировка, радиус 3 километра. Вот. Возьми. Держись. Мы найдем Кравченко. Не подставляйся только. Боуман, вперед. Пошли. Этот сукин сын свое отвоевал. Свети ровнее, Мейсон. Стоп! Резнов, ты чуть под пулю не угодил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Да что с тобой такое? Мейсон, тебе надо собраться. Уц, ответь. Слушаю, Мейсон. Свифт мертв. Тут кишмя кишат витконговцы. Лима-9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Уц, как слышишь меня? Черт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Твоя очередь, друг. Я за тобой. Мы совсем близко, Мейсон. Куда идти, Резнов? Доверься инстинктам, Мейсон. Thank you.
передовой комплекс Кравченко. Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. 4 февраля 1968 года. Кравченко. Средство, полученное от документа Резнов, позволили нам добиться значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали... Черт! Пошли! Пошли! Кравченко там все заминировал. Экс-рей, как слышите меня? О, черт! Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта крысиная гора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях. Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью. Сядем, когда увидим вас. Отсюда нахрен!